Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топи Геймс. И мы продолжаем выживать в игре Jurassic Survival. Да, я, конечно, знаю, что игра давно не обновлялась, но есть маленькие нюансы, которые все-таки как магнитом манят, но я думаю, не только меня в эту игрулю. Арена бешеных псов. Вот именно что меня сюда и заманило. Именно вот это больше всего понравилось. То есть, получается, что именно здесь можно получить массу позитивных каких-то эмоций, потому что, ребят, прожил я 9 дней, потому что здесь можно совершенно на халяву каждый день вот так заходить. Вот этот мужик куда-то бежит, каждый день он бежит, но его расстреливают. Самое главное, что мы с него получаем вот такие вот плюхи, это все с него. И также 3 жетона, то есть уже 3 дня я здесь обитаю, и 3 дня я с него крутые плюшки получаю. Нужно только, конечно, уходить, перезаходить на эту локацию. Теперь, да, я могу выйти на арену и попробовать взять топ-1. Я именно ради этого, наверное, и играю в эту игру. Попробую максимально быстро выживать. Если птички нам попадутся, то я думаю, что без особых проблем мы сможем, ребят, здесь, как говорится, победить. Ух ты, как далеко-то первое здание. Это просто жесть. Вот это далековато, далековато. Главное, чтобы никто на меня не напал сейчас. Так, есть сковорода и птички. Кстати, большие птички первый раз мне выпадают. Давайте сразу следующий ящик. Мне нужна еда будет. Это просто жесть, ребят. Нужно было похавать перед тем, как заходить сюда. Ой, хорош. Короче, вместо сковородини мы взяли... Да, наверное, вот это лучше всего. Лучше всего. Мне теперь какая-то... Я даже не знаю, как ее назвать. В контре, я помню, как 3-3 называли ее. Так, ух ты, какие штаны. Они мне больше нравятся. Ты кто такой? Давай, до свидания, Дазл. Во-во-во-во, пацан Дазл. Тебя похавать ничего нет, Дазл. Ничего. Так, быстренько в следующий домик. Быстренько. Ну, в принципе, я птичку целую заюзал. Это очень плохо. И я так вижу, что... Не особо мне нравится это оружие почему-то. Я, кстати, что там? Что-то апнул, левел? Так, деревянный дом. Что же в нем? Вот. Еда, вода, ребят. У меня, по-моему, шляпы вообще никакой нет. Поэтому хоть такая. Дальше. Вода еще. Еда, вода. Не-не-не-не-не, мужик. По четверочке всего лишь сносит. Ну, там тоже кто-то по нам валит по двоечке всего лишь. Это юмп. 3 аптечки. У меня есть одна большая. Ух ты, какая бронь-то. Наверное, получше моей будет. Ну, выглядит она гораздо получше. Шляпа. 5 защиты. Надеть. Это 4. Ах ты ж собака сутулая. Надеюсь, что я быстрее тебя убью. Быстрее, быстрее, хил, 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 хил. Применить, применить. Хорош. Что у тебя за оружие? Это эмочка. Эмочка кусается больнее, ребят. Больнее эмочка. Зона, зона, зона. Это не сильно хорошо. Так. Ого, далековато зона. Так, у меня есть 4 аптеки и какой-то Ice Baby куда-то побежал. Я не знаю, что лучше, но эмочка у меня совсем убитая. Ой, дробовичок, ребят, это хорошо. Дробовик это очень хорошо. Давайте почекаем. Хорош, еще один дробовик. Такие боты. Ну, я надеюсь, что я хороший выбор сделал. Ё-моё, у меня нету хила. Хила нету, блин, хоть какой-то хил. Так, здесь что? Юмпец. Наверное, с дробовиком будет не так уж и легко выиграть, но я постараюсь. Ну же, ну же, ну же, ну же. Ух, сколько коек. Это что, какая-то общага, что ли? Ой, там кто-то валит серьезными оружиями. Это калаш, что ли, что? Это такой звук. Воу-воу-воу-воу-воу. Вон он. Они воюют.
Ай-яй-яй-яй, ребят, вы заняли всего лишь третье место, но вы видели, как по оружию мне не повезло в этот раз. Я нажимаю воскреснуть и попробуем, наверное, еще один разочек. Третье место — это тоже неплохо. Эмоций просто, просто уйма, просто огромное количество эмоций. Сразу давайте голод, жажда 99, это хорошо. И без задержечки на арену. Я не знаю, что за оружие, какое оружие у него было, но он жестко меня полил, по-моему, больше 50 урона. Ближайший домик. Так, давайте чекать, что здесь. Уй, какая-то шляпка. Каска. Я даже не знаю, что это. Так. Мне побольше аптек. Ну, аптек в этот раз упало много, ну и урона по мне много пролетело. Практически все выжившие. Так, рюкзачок, ребят. Рюкзачок увеличивает количество лута. Вода на всякий случай. Аптечки. Блин, ну, как оружие хоть что-то. Да, конечно. Ой, даже не знаю. 35 урона, 17. Возьмем вот это 35. Что у меня здесь? 11 урона? Ого, говнецо какое-то. Мне, наверное, не все ящики, конечно. На, ну, в ближнем бою давно я не сражался. Сковородочкой, ну, давай, на. Петрушка. Красивая игрушка. Что у меня там, торс? Ух, у меня хороший торс. Побыстрее, в следующий дом, ребят. Быстрее. Опа, еще один. Ну, в принципе, с таким 29 урона неплохо я откромсал его. Скажите, вообще, неплохая такая вот оружка, 29. Мне кажется, даже быстрее, чем с калаша-то сливается. Ой, боты хорошие такие вот. Боты. Боты задрота. Блин, да ладно, вы что хотите? Ой, это что такое-то? Я даже не помню, как оно называется. 4-4. Мужик, ты чё, такой злой, что ли? Ай-яй-яй-яй. По-моему, мне Андрюша Краевский. 1 хп, если у них нет хила, то это просто жесть. У меня нету хила вообще никакого. Да давай, лутай, что ты делаешь? Короче, ребят, мне тут кранты. Да, просто нету хила, ребят, все. На этом мы закончим. Дай хила! Дайте хила, ребят, это просто жесть. Конечно, оружие у меня хорошее, но 1 хп — это несерьезно. Ну, первый раз такое. Вы заняли 6-е место. Ну, конечно, без хила-то вообще жесть, ребят. Ну, этот раз не пошла игра. Вообще жестячок. Ну, последний вариант — занять топ-1. Сейчас будем стараться как никогда. Третий разочек. Ну что, мужик, ты это, подумай хорошо. Кинь меня туда, где много хила. Миграция по неизвестным причинам. Ящеры иногда сбиваются в стаи и бегут. Понятно, ящеры тут то же самое, что просто в Last Day on Earth Survival. Прям вот аж тошнит, да? Ну что, база, ты очень близко попалась, я вижу. Но я не вижу, чтобы хил здесь валялся. Без хила здесь просто делать нечего. Вообще бесполезничок такой, что это жесть. Ну, вроде как бы по оружию я нашел что-то такое. Ну, это оружие тяжело назвать хорошим, но оно тоже вроде как бы неплохо себя показало в первом бою. Убил я несколько человек с него. О май гад, был Герман. 3-4. Ребят, вы видите, насколько не везет. Ребят, вам так не везет? Пишите в комментариях. Вы играете вообще? Зон появится через 9 секунд. А я здесь вот хожу. Амен, блин. Ты что, решил меня еще покромсать? Дай хила. О, по-братски. Дай быстрее. Да ладно, что вы как не родные-то, хил дайте. Так. Ой, пистолет. Только не... Ой, хил. Ну, хоть такие, хоть банками будем хилиться. Хоть ты консерва какая-то. Консерва, ребят. Такая шляпенция.
Мой дробовичок вообще четко. Четко. Дробовик — это хорошо, ребят. Всегда хорошо дробовик. Люблю дробовик. Сразу мы его ставим. Там немного отхил. Уйди, противный. Юмпидзе. Вода. Блин, штаны взял. Я не знаю, зачем я воду набираю. Может быть, из-за этого мне не дает. Еду дай. Блин. Может быть, из-за этого и не дает мне еды. Во-в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 о. Ребят, в этот раз, конечно, мне не повезло. Хил. Самое главное, ребят, в этой игре хил. Мне его не выпало. Тем не менее, у нас есть еще много всяческих приколов, которые можно использовать в этой игре. Вот, например, смотрите. Можно редкие когти 5 штук поменять на такой же жетон. Можно редкие клыки поменять 7 штук на один жетон. У меня пока что этого ничего нет, потому что я, ну, как бы, кроме вот этой арены больше никуда не хожу. Если бы игра реально начала развиваться, я был бы доволен на все деньги. И я могу посмотреть, что у меня на почте появилось. Так, бесплатно это все понятно. У меня почта. Вот. Утешительные 2 приза, потому что я не занял никакого призового места. Вот, утешительные призы. Кстати, это саженцы, ананас, это ананас. Открываем еще один повторно такой же. Для начала вообще, я думаю, это шикарный. Ну и самое главное, за 3-е место... Здесь уже вариант выбить вот такой Бенелли М4. М4 дробовичок, конечно, у меня не выпадет, но тем не менее и с этим мачете неплохо можно порезвиться. Много чего, конечно, выпадает. У меня уже почта забивается. Просто нравится игра, когда, ну, немножечко не жалеют для ребят каких-то хороших пушечек. Плюшечек, пушечек. У меня вот такая вот магнум есть со соткой урона. Просто жесть, любого с одного сношу. И это только я, ребят, начал играть. Также я тут понимаю, что есть много чего можно будет крафтить. И я так понимаю, что все, что можно скрафтить, все есть в игре. Ну, я пока до конца не знаю. Ну, а если вам понравился данный ролик, вы обязательно ставьте лайки. Не забывайте также оформлять подписку. Ну и пишите комментарии. Всем удачи, всем пока. Ну и увидимся в следующих видео.